Всем привет! Я, пожалуй, начну свой рассказ об этом источнике, о котором пойдет речь в этом видео, и местами буду прерываться. Воняет тут, да? Воняет. Речь идет, конечно же, о специфическом таком сероводородном запахе. Первый источник этих вод был обнаружен фермером. Спасибо, мама. На здоровье. Видишь, подарок, он идет на здоровье, только на здоровье. Продолжу свой рассказ. В общем, фермер, который обнаружил этот источник, он искал серу, чтобы посыпать свои виноградные лозы. Видом на море. Вот джакузи с видом на море, Лена. Смотрите, какой красивый вид. Ага, джакузи тухлого яйца. Шапочки. Ну, на вид здорово, конечно, смотрится. Вон там я в окошке отражаюсь. Такая молочная какая-то вода, да? Классно. Ленка, ты мне массажик так будешь делать? Внутренний бассейн. Можно я посмотрю, что там? А, да, тоже. Кстати, заходя в здание внутреннего бассейна, запах еще больше за счет того, что помещение закрыто. После окончания Второй мировой войны жители взорвали скалы динамитом, и сероводородная вода температурой 39 градусов тепла по Цельсию хлынула из источника. Тепленькая. Тепленькая пошла. Девочка моя любимая, как тебе подарок? Не брызгай на телефон. Хорошо, я иду к вам. Хочу сказать, что эти лечебные источники славятся редкими лечебными свойствами и ориентированы на все возрасты. Вода из источников показана при заболеваниях костей, суставов, мышц и кожных заболеваний. Видите, как молоко. Телочки, мы в молоке плаваем. Богини. Да, конечно. Источник это. Да, сами ходим. Такая теплая-теплая, горячая-горячая. Не, не надо. Я сама себя, видишь, удовлетворяю. Опа. Советую вам досмотреть видео до конца. Это еще не конец. Возможно, вам будут интересны еще некоторые моменты, особенно если вы собираетесь посетить эти источники. Ну, а от меня, от голоса за кадром, приятного просмотра. Можно перерывчик сделать. Потом джакузи, а потом можно еще 15. Марьяна! Или джакузи. Я просто предлагаю сразу 30 минут. А ты что выбрал? Сауна. Да. Пальцы уже сморщились. Ставим сморщенные лайки. О, хорошо понемножку, да? Надо и это попробовать.
Залазим же. Горячая. От солнца нагрелась вода. Такая горячая. И еще ай момент, как в постскриптум. Хочу сказать, что мы приехали туда практически с утра, когда было еще мало народу, чего и вам советую, потому что к обеду людей собирается, ну, мягко сказать, побольше. И подписывайтесь на мой канал. Здесь много-много прогулок по Греции. Да, вы так. Пока-пока! К обеду уже сколько людей собралось, Лен? Видела, к обеду сколько людей собралось?